Всем привет, дорогие друзья, с вами Лапси и Герми. Здрасте. Да, мы продолжаем играть в да. Destiny 2. Сейчас особенно для тем, кто будет в записи смотреть это. Ага. Сейчас пойдем проходить сюжетку. Или ты еще занят? Ну, сейчас я геройку закончу. Таны покачал, я медальку активировал. Так, все, тихо, потом расскажу. Надежда, вера, любовь. Один миг, и их нет. Так легко утратить то, что мы должны защитить. Останется только тишина, тьма и осознание нашего поражения. Справились бы мы с Гоулом без помощи странника. А со следующей угрозой? А той, что последует за ней? Странник пробудился, и настала эпоха легенд. В тени света наша вселенная прекрасна и опасна. Где я некогда видел чудеса, теперь я вижу чудовищ. Кто-то должен их видеть. Мы должны. Это обязанность каждого стража. Неплохое начало. Ну. Так вот, вчера, когда пошли это, в авангард, активировал медальку, а эта медаль, короче, увеличивает опыт твой и группы на 4 часа. И вот мы сидели там в этом авангарде. Ну, не 4 часа. Ну, это да. Мы же там раз 5 сходили всего лишь. Да. Потому что я до 35-го, что ли, уровня с 30-го прокачал. Поставлено так много. Благодаря технологиям комплекса Кловиса Брея. Блин, глазки прикольные. Солнечную систему. Можно мне такие? Угу. Мы, они, хотели создать мир без войны. Ирония в том, что они также создали Распутина. Самое мощное оружие во всей системе. Да, вообще. Впрочем, все это осталось на Марсе после коллапса. Вместе с чем-то еще более страшным. А, думаю, мы спойлерить не будем, правильно ведь? Да. Нет, то, что налет с этим, это не то. Ну, все равно, кто видел, тот видел. Да. А по-моему, это он. Думаешь? Ага. Ну хуй вот, блядь. Destiny 2. Военный разум. Мощно, мощно. Да. Главное, чтобы сюжет оказался таким же мощным, как и заставка. Да. А то, блин, сделать заставку мощной. Вирус, что за халявная DLC-шка-то? Какая халявная DLC-шка? Это халявная игра, это не DLC халявная. Ну, типа, как она в этом, в Battle.net, типа, Destiny 2 отвергнутые. Он думает то, что и DLC в ней, с ней в придаче, но нет. Нет, там только игра. Да. И максимальный уровень 20-й. Да, 20-й и все. Сил не помню, там 200, по-моему, или 300. Максимально. 290. Вот. Марс. Потом 320, потом 385. Здесь покоится заброшенный исследовательский комплекс Кловиса Брея и другие сокровища Золотого века. Все это веками было погребено под ледяным покровом. Но свет пробужденного странника распространился по поверхности Марса и разбудил то, что давно считалось мертвым. Я, кстати, слышал, что на Марсе, по-моему, есть отдельные миссии именно на весь Марс. То есть тут раскиданы какие-то эти... да. Как там мишеньки.
Вот, и типа, когда все мишеньки эти соберешь, то тебе там дастся какое-то экзотическое оружие. Да-да-да, там что-то есть. Я по карте еще смотрел, у меня же на Титане она открыта. Ну, я, короче, где-то слышал, но точно не помню. Ну, как это вообще делается? Да-да-да-да, я на Титане видел, там что-то спрятанное, что-то это, я не помню. Я думаю, мы... Полученные данные, вот. Да, тестированные возможно. Узлы. Вот, если тестировочные увидим. Узлы. Угу. Если увидим, короче, будем делать. Да. Может, после прохождения. Их 45 штук. Ух, ё. Я что-то думал, не больше 20-30 где-то так. 45. Открой карту, посмотри. Там, у тебя справа внизу, под Марсом. А, вот, да-да-да, вижу. 0,45. Ну, ладно. Слава богу, что не хватило мозгов все 4 часа сидеть. Ну, там было близко. Нет, там 2 часа с твоего усиления осталось. Ну да. Но все равно, половину-то отсидели. Блять, еще заставки. Да ладно, нормально. Красная война закончилась, но войско Гоула, точнее его остатки, ищет ресурсы по всей системе. А теперь, когда военные спутники падают с орбиты на Марс, туда последует и Кабал. Ввожу нужный курс. Это закрытый канал авангарда. Йонг, сигнал бег. Код доступа авангарда 0306. Не трожь призрака, ледяная. Страж просит подкрепление. Повтор, пришлите подкрепление. Это частота исключительно для официальных дел авангарда. Слушай, я не знаю, кто ты. Тебе достался призрак зануда. Зануда. Загружаю координаты зоны посадки. Пишите. Хорошо. Но ты будешь нам должна. Я бы не позвала вас, если бы это не было необходимо. На этой планете находится самое опасное оружие в системе. И армия Уе пытается его уничтожить. Мне нужна помощь. Мне надо захватить. Не уничтожить. Как-то уничтожить это глупо. Почему нет? Ну хотя Ули, они же дебилы. Ну да. Мозгов нету в плане этого. Не, я хочу все-таки начать отвергнутые. Ну вот, сейчас пройдем этот Марс и пойдем на отвергнутые. Может, все-таки докачаемся до 600 силы? Может быть. Так, интересненько мы, конечно, появились. Мы на поверхности Марса, страж. Доложи обстановку. А, да, покажи мою эту. Кого? И расскажи историю. Ну, посмотри на меня. Большая небезопасная зона. А. Мы как раз туда и направляемся. Ну, рассказывай давай. Что-то рассказывай. Ты рассказывай. А, рассказывай. Не, я же выбивал. Как тот, который чуть не сбил, да расскажи. Что тебе рассказать? Как я тебя ненавижу? Это может. Отдай моего лисенка, гад. Короче, что-то такое. Я на Титане бегал. Просто так хуйней страдал. С мини-боссиков. Сейчас это допиздит. Встретимся у комплекса. Вот. Получилось так, то, что на Титане появляются такие глазики, которые охраняют контейнер. Два глазика. Я их убиваю, открываю контейнер, у меня выпадает вот этот экзот. Как там он называется, сейчас скажу. Духостый лис. Духостый лис. Вот. Я ему скидываю. Говорю, откуда это выпало. Он начинает гореть. Конечно, начинаю гореть, блин. Мой лисенок. Взял спер моего лисенка. Вот. Потом вчера такое, думаю, после того, как мы сыграли, схожу-ка я в это, в горнилку одну. Надо же, все-таки еженеделька там. Ежедневка. Герми нельзя ненавидеть, Герми может ли любить. Ну вот. Я его, дай, знаешь, схожу, как любил? Вот, сходил. Ну, там, понятное дело, за выполнение мне мощное снаряжение дропнулось. Я не помню, какое, я вроде даже... А, нагрудник, что ли, получше выпал. И падает еще анализатор рисков. То есть еще одна легендарка. Я ему скидываю такой пидор и лакер, сука, ебаный. Ну, так и есть, блин. Ой. Да, сюда. Ага, да.
Да. Никогда не видел таких бойцов у меня. Мне вот интересно, кто из нас первым выбьет экзотический лук? Вот чисто просто интересно. Хотя, знаешь, я что-то даже, ну, как бы, не сомневаюсь. А. Я прям... Ну, слушай, у тебя... Стой, вопрос такой. Сколько у тебя этих усилений на 4 часа? Ноль. Ноль? Да. Окей. Я вчера его один покупал и использовал. А, у тебя один? Ну да. У меня 3, я сейчас активировал, осталось 2. Не, я просто вчера его купил и сразу же активировал. Продается кейт с курицей? В смысле? Че? Статуэтка, что ли, его продается? А, у меня, вы видели, в магазине на сайте Банги продается кейт с курицей, милейший. Но... Меня нет. Я чуть не видел. А, ну да, потому что я ни разу не заходил на их сайт. Ха! Ну, скорее всего, это фигурка. Ну да, наверное. Ну, а что, коллекционерам прикольно, в принципе. Просто почему с курицей? Потому что это плюшевая игрушка. Да. Это. Потому что это его питомец. Не, я бы хотел эмоции. Петушка вот это вот. Да, согласен. Охеренно. Сидит, да, я ничего не смотрю, мне опять фиол выпал. Я думаю, что пора позвать сквозь огонь и воду. О. Это плохая идея. Завале не понравится, Фигеть. Что мы так близко к комплексу Брея. Говно, но... Хочет, чтобы прошлое что? Оставалось в прошлом. Подойди-ка сюда. Сейчас, погоди. Я просто думаю, оставить его, не оставить. Плюшевая игрушка. Я попробую. Странно. Короче, если что, воскресишь. Ой, ё, нихера себе. Тут прям пещерка. Серьезно? Да. Тут просто требуется... Чё? Форсирующая Чё требует? Частота. Ой, видишь? Ну-ка, а чё там в пещерке, пещера? Да? Требует 45 данных. Лол. Вот она где. Окей. Так. Открываем карту. А там ледниковый насос и туда вот туда в пещеру сюда бежать. Куда? А как мы обратно вернемся? Поднимемся как-нибудь. Мне больше интересно, что вот это вот такое. Требуется форсирующая частота. Ну может найдем еще по сюжетке. Может быть. Так. Как нам обратно теперь попасть? Подожди. А. Как нам обратно попасть? Понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял, а я-то понял. Не, ну неплохо, в принципе. Да. Что-то интересное можно нашли. Место, где это активируется потом, после того, как соберешь эти 45 частиц. И вот интересно, их им надо будет искать, или они как-то с квестов будут падать? Что это было? О. Мне кажется, их надо будет искать. Не знаю. В крайнем случае, Google в помощь. Ну да. Плюшевая игрушка. На самом деле, если именно петушок плюшевая игрушка, то такое себе. Нет, сам Кейт. Нет, тогда такое себе. Типа, потому что была бы статуэтка именно. Ну да. Это было бы прикольно.
Да ты это, глазик свой прикрой там. Нету глазика. Так, погоди, тут сзади, по-моему, кто-то был. А? Не. Шмекался на радаре. Ты еще со мной? Мы в порядке. Что дальше? Спрашиваешь? Мы нашли исследовательский комплекс времен Золотого века внутри. Слышишь? Че? Встретимся у входа в комплекс. Иди-ка сюда. Я, походу, нашел, что это за данные. Но. Видишь что-нибудь вон там? Да, вижу. О! Да! Фрагмент утерянных воспоминаний. А что надо сделать? Разбивать их. Чё-то неуязвимость слышишь? Как-то. Походу это та хрень, которая это... менять надо было. Чего? На разные эти... как они? Способности, помнишь? Типа огонь, лед, или как она там, огонь, пустота и молния. О. Она? Нет. Что-то как-то не пустота, не молния. Пустота, не наносит. Молния, да, тоже нет. Вот огонь, скорее окей. всего. Сейчас я попробую огнем. А, я понял, у меня патрон нет на огонь. Да. Да? Да. Отлично. Огонь. Я Герми ВСД скинул, потом посмотрите. Окей. Хорошо. Блин, а у меня огня нету. Ну, точнее, есть, но патрон нет. О! Чёрт! Мне дробовик синенький, более пиздатый выпал. Блин, а где патрон найти? Ты смени. У тебя автомата нету? Да блин, получи его по-шустрому за. У меня патрона на него нету. Вон еще одна. Чё слышь, ты? На комплексе. На балконе. Слева. Да-да-да, вон там. О, она на электричество. Да, вроде. Пошли, блядь, поближе подойдем, а? Да я отсюда домашку, в принципе. Ай, блядь, я думал, на камень можно залезть. Угу. Есть. А у меня нет. Я не очень тяжко попасть было. Да, мне нужны огненные патрошки. О, есть патрошки. Лежат. Отлично, сейчас, значит, выбью. Давай. Ну, в принципе, неплохо начали. Значит, все-таки искать я тоже будет. Выбил. А, нет, она просто выбилась пустая. У меня не упало, типа, данные эти. Так, подожди, а где она? Что-то я уже потерял. А, вот. 3 дня до разгона. Фрагмент утерянных воспоминаний. В смысле? Не знаю, просто написано 3 дня до разгона. Ну ладно. 2 из 45. Ну ладно. Ну ладно. Ты огненный вынес? Да, я взял его 3 из 45. О, там еще одна. Где? Ну так я знаю, там 2 их было. Я же тебе сразу сказал. А, нет, просто фонари мигают. О, еще одна. Вот, у меня также 3 из 45. Блин, интересно? Ну? No. Не подводит меня эта игрушка? О, триумфы выполнены. Хера, у меня там триумфов 4-5, по-моему, даже. А, вы добрались? Да. Да. Удивлена. Там было полно врагов. Но вы справились. Ой, какая азиаточка. Идем. Прям бы... Глянем, что здесь есть. Не, он прикольно выглядит, на самом деле. Да. Ну вот, вирус мне скинул.
А. Прикольно выглядит. На игры плюшевый такой себе. Не, он знаешь как, вот ты в Радуге Тиби знаешь есть, которые продаются в реале? Нет. Я же не играл особо в Радугу. А, ну ладно. Ну, ты видел, да, прям глаз-алмаз такой, опа. Шот светится, да? Да. А главное, взял такой выстрел, опа, дамаг нанес такой, ну-ка, иди-ка сюда, Герми. Ага. У тебя вон там, ничего нет. Версит. А почему Версит, а не призрак, или как он там, вирус? Его знаете. Не ко мне вопрос. Призрак, блин. Все, нахрен с этим Destiny вообще ёжнулся на призраков. Сейчас, погоди. Угу. Да тут пока нет никого. Я просто смотрю. Занято на тысяча. Че? Не знаю, там заняты типа на Твиче вирус. А. Нифига себе. Блин, поставил бы какой-нибудь похожий. Ну да, там вирус один. Нет, там с палочками по бокам. У меня, короче, я не помню, это, по-моему, второй аккаунт на Твиче. У меня первый аккаунт называется именно не Лапс. То есть там вместо L буковка 1. Но у меня, короче, я не помню, что с ним. То ли я его просто забросил. Вот, и, короче, я забыл его удалить. И сейчас жду, короче, когда аккаунт сам, ну, как, произвольно удалится там через какое-то время. Чтобы ник можно было использовать. Вот, поэтому пока просто через L. А зайти и удалить его не? Я не помню логина и пароля. Логин у тебя вот как раз таки как вот с циферкой. Это логин, а пароль, блин, восстанови. Ну я пытался, там что-то не то, типа. Что-то мне писали. Блин, теперь нахрен по всем сторонам надо осматриваться. Ну он обычно в тех местах, куда не запрыгнуть. Не, ну это понятно. Ну, типа, вот тут вот на дамбе он тоже может быть. Туда и не запрыгнешь. Ну, да. Не, нахрен, тут прям лук. Прям лук-огонь. Нахрен, дайте мне мой лук. Не, я вот эту ППшку новую использую. Да, ну, неудобную. На далеких расстояниях лучше лук. Ой. Минус два. Эй. Я. Попал неплохо. А тут типа из вируса убранные гласные YouTube, типа YouTube. А. Окей. Показалось. Бежал, бежал. Ау. Цель достигнута. Не, все-таки да. А. Я здесь. Я и вправду здесь, не верится. Да ладно. Я дома. Еще одна шкатулка. У меня
которые нужны были эти компоненты. Где, где, где? Вот. Личность подтверждена. Доктор Анастасия. Тоже, да, форсирующая частота. Добро пожаловать в исследовательский комплекс Кловиса Брея. Да. Легендарную колыбель инноваций на Марсе. Вы свидетель важного исторического момента. Вместе мы дотянемся до звезд и дальше. Помните. О, заебись. Еще одна. Кловис Брей. Вон. Светится. И мы в деле. Иди сюда. Иду. Прям, сука, за стеклом, вон, видишь? Ага. Вот, слева. Да-да-да. Сейчас да, я выйду вижу. На улицу. Пошли. Я сначала на вышку там справа смотрел. Так, неуязвимо к пустоте. Ага. Обычные. Да нет, к обычному нет. Тоже, скорее всего. Обычные нет? Тоже нет. Огонь. А. Ну, грузись, менюшку. Огонь быстрее. Есть. Есть огонь. Все, чатик опять затих. А, нет, просто мигает. А вот это не просто мигает, еще одна. Да, блять, мне эту попасть бы. Да, сейчас попадет. Че она так наносится очень тяжко? Пистолетом. Если есть огненный. О, это тоже, кстати, огненный. Сука. Я уже 3 обоймы выпустил, алло. Снайперки есть? Все нормально. Где вторая? Вот тут. Где? На балкончике. А. Нашел? Вижу, да, вижу. Тоже огонь. Да, я уже понял. Я лучше вот так вот сделаю. Чтобы точнее промахнуться. Блять. Нет, чтобы дамаг большой влить, хорошо. Там надо вовремя дамаг влить. Все? Успеть, да. Ура! Так, все, можно лук. Блин, интересно. Не ожидал. Угу. Похоже, что ядро Распутина в другом строении. Надеюсь, ты не прочь прогуляться. О! Смотри. Че? Стоит, ждет. Ни хрена себе нагло. Тоже огонь. Нормально. Стоит такая. Угу. На каждый огонек, блядь, теперь обращаешь внимание. Да-да-да, я вот сейчас стою и смотрю. Брэй масштабно мыслили. Я многого не знаю о своей семье, но это мне известно наверняка. Чё, нашел? Нет. Я просто смотрел. Сука, затягивает, да. Еще нашел. Но тут по пути, по пути. Окей. На пустотную. Я зафиксировал присутствие улья. Три раза с лука. Я этим займусь. Попробую подключиться к системе безопасности. Да, то самое чувство, когда у тебя осталось 6 стрел.
Нормально бегает такой еще. Угу. Форсирующая частота. Я застрял. Что ты? В смысле? В прямом. А, во, все. Вылез, блядь. Где? Да, ее не открыть. В смысле? А, еще одна эта фигня. Да. Ну все, стрелы теперь полные. Найс. Ну еще форсирующая частота нужна, ну. Типа их потом все активировать что ли надо будет сбегать? Не знаю. Да интересно, вот откуда? Еще одна, блять. Где еще ее брать? Где вообще эти брать форсирующие частоты? Ну, может, по сюжетке пойдем и увидим. Может. Там нет. Да вроде нет. Что у нас с системой безопасности? Я еще не закончила. Просто держитесь. Как неохота пропускать. А, во. Че? Ну, идти куда? Спуск. У нас серьезная проблема. Давай же, Распутин, не подведи меня. А ты тяжелый возьми, пулемет свой. Думаешь? Да, я с него снес. Одному выстрелу. Наконец-то. Ну, жизнь, блин. Затратные, затратные, ты видишь, ужас. Чатик опять прийти. Не разговаривать ни с кем. Ау. Нападает он на меня. А, сзади появились. Ну запустить, алло. Это ты? Нет, он приглашает нас внутрь. Возможно, здесь мы наконец получим ответы на наши вопросы. Тут же интересно. О. Блять. Он. Ну, триумф. Но у меня что-то нет. В смысле? Триумфа. А. Да. В смысле? Опа. Здравствуй, страж. О, черт. И что, по-твоему, ты делаешь? Ты представляешь, насколько опасна эта затея? Что ты хотел сделать с Распутиным? Распутин — дело авангарда, Анастасия, не твое.
Тебе здесь не место. Прошу прощения. Твое место в городе. Но вместо того, чтобы помочь своим братьям и сестрам, когда напал Гоул, ты была здесь и занималась тем, чем всегда. Тем, что делать не положено. Я делала, что считала нужным. Я здесь, чтобы защитить человечество. Не это ли предназначение стражей? На войне не один фронт. Нашему титану дали писюлей. Можно по-разному, Завала. Слушай, ты хочешь защитить весь мир. Не выйдет. Должен быть другой способ. Думаешь, этот способ Распутин? Он замолчал. Он сломанное оружие. Такое, что не бросишь, но и сражаться им нельзя. Может, ты прав. Или ему нечего сказать. Или мы просто никогда не спрашивали, чего хочет он. У меня нет времени обсуждать это еще раз. Какое право? Право у меня есть. Ты не понимаешь, что связывает меня с Распутиным. Позволь, я тебе покажу. Ой-ой. Пора бы нам разобраться, что издает этот звук. Я знаю, что это. Что Распутин это? Не единственное, что проснулось на Марсе. Умник, ну, да? Ну, мы-то знаем, да. Ну, мы-то, да. Два открытых сразу же предлагают. Нормально. Проверим журнал. Вторжение авангарда на космодром. Они пытались связаться с Распутиным? А тут открытые другие. Ну да. Че, дальше по сюжету? Ну да. Секундочку. Я думала, все кончено. Но Распутин... О, уж хорошо забрали. Конечно, я надеялась. Но кто же его знает? А то копье. О, автомат заберу. Наша главная проблема — зол. Улей стал таким, как сегодня, благодаря темным сделкам с червебогами. Зол — один из них. Червебогами. Нормально. Я говорила с Завалой. Он что-то придумал. Против этого зол не устоит. Проблема в том, что это что-то находится в ЕМЗ. И все желающие враги 50, суперспособности, открытые мероприятия. Ну-ка, что за шлем хоть? Пошли на открытые. Такое. Может, по сюжетке? Ну, выполним, что тут, раз смотри, уж оно Боба. Недалеко. Может отразить атаку Улья. Мы загрузим данные из спутника. Карикун. Еще один колдун должен быть. А, еще два даже. Колдуна. А. О, еще один. По
вот-вот должна появиться. Будь осторожна, страж. Окей. Там нормально, они из здания выезжают. Угу. Что-то большое. Распутите. О, геройка. Угу, нормально. Это Огр. Мы его уничтожим. Ну ладно. Колдун там. Вот. Огр нейтрализован. Мы добыли данные из военного спутника. Хорошая работа. Мне не терпится узнать, что же скрыто в его журналах. А где кейс? А вот. О, фиолка. Ну, у меня эмблемка. Фиолка, шейдры и рукавица. О, еще одну нашел огненную. Чего? Что мы собираем? Агрессивные отряды. Тут еще мероприятие открытое. Давай сюда. Че? Я эту разрушу. А, требуется завершить эту. Подожди, почему? Компанию. С чего она? Ну, вроде огненная, но что-то я огнем стрелял, нет. Мысли. Странно. Да. Угу. Ну-ка. Нет, а с чего? Я же стрелял с огня. А с чего тогда? Хрен его знает. Я походу понял с чего. С обычного? Нет. Нам надо это искать. Понял, да? Да. Копье это. Ну там оно. Наверху. Где наверху? Ну вот, вот тут. А, нет, это военный разум требуется завершить. Да. Блин, а где же копье такое взять? Вот тут фиолка валять ее. О, еще один лук. Копье на открытом только. Обидно. Чё, по сюжету? Ну да. А потом не забыть. Да. Да прям тут. Ну как, какой лук? О, на электричество лук. Нормально. О. Че? Скалационный протокол. Че? Это. Уничтожьте улей, пока не истекло время. Первый уровень. Это надо сюжетку за этот. Так нет, вот он у меня уже идет. Ну, у меня как бы тоже идет. Давай сделаем похер. Ну давай, да. Зарядка. Да мы его пока держим. Кого? Бля, я сейчас подохну.
прошлый раз было полегче, да? Нет. Вероятно, в этом вся суть. Активировать сезон. Так как протокол «Сибирская энтропия» больше не действует на улей, Распутин хочет просто их всех истребить.